говорят, что мы, лишенные сияния Кхалы, обречены на муки. Нас на деле не одинок. Сердца наших воинов связывает честь, традиции. Мы ведем бой во имя многих. Герои, что поколение за поколением принимают мантию темного тамплиера. Шакураса больше нет. Он ушел в вечную ночь. Однако традиции, которые родились там, останутся с нами навсегда. Ты считаешь это возможно, матриарх? Намного больше, чем ты думаешь, Артанис. Что, например, ты знаешь о пути тени? Немногое. Твой народ тщательно оберегает свои секреты. Это наш самый священный обряд посвящения. Посвящаемая остается одна среди теней, из которых на нее нападают другие члены племени. Если она проходит испытание, то становится темной охотницей, истинным темным тамплиером. Зачем ты мне об этом рассказываешь? Ты один, как настоящий темный тамплиер, выстоял против бесчисленных врагов, рискуя своей жизнью ради других. Ты пошел нашим путем. Путем тени. Ты более не связан с Кхалой. Отныне ты темный тамплиер, Артанис. Если бы я только прислушался к предостережению Сиратула. Мы потеряли Кхалу, а теперь и Шакурас. Однако мы все еще живы, и это уже немало. Не могу поверить, что ты выжил в бою в храме, Иерарх. Ты использовал какое-то оружие, о котором я не знаю? По крайней мере, неразимы теперь в безопасности. Надеюсь, мы сможем спасти и наших собратьев на Аюре. Неразимы отважно сражались рядом с нами. Даже принесли в жертву свой мир. Почему? Их родиной всегда был Аюр. Они никогда не забывали об этом. И о том, какой ценой они были спасены. Ты говоришь об Адуне. И изрек судья Зентион. Адуну не удалось уничтожить племена отступников, тех, кто называет себя темными тамплиерами. Мы увидели всполох вечерней звезды. И в тот момент Адун предал свой род. Отпустил еретиков, избрав для себя иную судьбу. Он очистил Аюр от их скверны, но позволил им жить. Предал? Адун предпочел геноциду милосердия. Он поступил благородно, хранитель. Разве? Я вижу историю глазами ее участников, Артанис. Возможно, поэтому ты не можешь правильно оценить былое. Правильность выбора можно осознать только спустя продолжительное время, когда ты можешь оценить все последствия. Я хранитель. Для меня история всегда настоящая. Я вижу ее глазами очевидцев, как будто она творится сейчас. Я попытаюсь взглянуть на нее твоими глазами. Шакура спал.
Хватка Амуна становится все сильнее. Чтобы выстоять в этой войне, нам понадобятся не только воины. Как иерарху мне рассказали о местоположении комплекса, где ученые Кхалаи экспериментировали с секретным оружием. Программа создания чистильщиков была возрождена в исследовательском комплексе на Гласиусе. Мы должны получить столь мощную технологию. Гласиус. Там мы найдем лучшее из созданного в Империи вооружения. Здесь возродили программу создания чистильщиков. Чистильщики? Запретное оружие? Конклав приказал их изолировать. Навсегда. Древние чистильщики находятся не здесь. Они по-прежнему в заключении. Здесь, на Гласиусе, наши ученые разрабатывали прототипы оружия на основе этой технологии. То, что ты говоришь, недопустимо для Кхалая. Немыслимая ересь. Силы Амуна значительно превосходят наши. Мы на грани полного уничтожения. Нам не приходится выбирать. Прислал своих слуг. Готовьтесь к бою! Решение Конклава ничего не значит для неразимов. Мы должны позабыть о прошлом и смотреть в будущее. Талдаримы сделают что угодно ради своего бога. Они серьезные противники. Что бы мы ни решили, нам придется отвечать за последствия. Гласиус, если бы не крайняя нужда, мы бы никогда не приблизились к этому месту. Талдаримы. О них не было слышно со времен эпохи Раздора. С тех пор, как протосы воссоединились под светом Халмы. К сожалению, некоторое время назад они объявились снова, Рахана. Мы долго считали их фанатичными служителями Зелнага. Но в действительности они сделались рабами Амуна. Почему они добровольно пошли за Амуном? Никто не знает. Талдаримы называют себя избранными, но для чего Амун избрал их, нам не дано знать. Это опасные противники. Именно они помогли Амуну создать гибридов и проливали кровь во имя нашего главного врага. Протосы, обратившиеся против протосов. Деул требует от нас отмщения. Их следует уничтожить. Если такова их судьба, да будет так. Вооружение чистильщиков, которое разрабатывалось здесь, может пополнить наш арсенал. Я на это надеюсь. Но обоснованы ли опасения Раханы? Кхалаи на Гласиусе создали несколько прототипов и даже провели их успешные испытания. По слухам, эти копии полностью воспроизводят личности тамплиеров. Побочный продукт квантовой предиктивной аналитики. Это всего лишь машины, Каракс. Не стоит ожидать от них слишком многого. Мы тоже машины. Только у нас биологическая природа. Я часто поражаюсь, глядя на наше устройство, внутреннюю планировку, выверенные формы, наш аппарат. Зелнага создали нас, как и мы когда-то стали творцами чистильщиков. Если мы хотим получить технологии чистильщиков, придется действовать быстро. Талдаримы вот-вот откроют огонь по лаборатории. Иерарх, похоже, материнский корабль Талдаримов уже направил луч фазового искажения на систему орбитальной защиты Гласиуса. Я Аларак, высший посвященный. Мне было поручено уничтожить этот комплекс. Вы опоздали.
Хранилище технологий будет уничтожено вместе со всем этим жалким миром. Убирайтесь из этой системы, пока у вас еще есть время. Или оставайтесь здесь и смотрите, как ваши войска обратятся в прах. Мне все равно. Он ошибся в расчетах. Если мы начнем действовать немедленно, у наших воинов есть шанс опередить луч искажения. Тогда чего мы ждем? Иерарх, флот Талдаримов пришел в движение. К комплексу направляется множество транспортных кораблей. Призма искривления. Хитрый план. Получаю доступ. Быстрее, фазовый кузнец. Наведите расщепитель на хранилище. Жгите всех. Я получил координаты. Переношу контейнер на борт. А ты не так слаб, как мне казалось, Арданис. Мы еще встретимся. Мы успешно доставили образцы технологий чистильщиков на борт копья Адуна. Среди них есть один прототип воина. Нужно будет более пристально его изучить. Ты звал меня, фазовый кузнец? Арданис! Рад видеть тебя, юный вершитель. Феникс? Но... как? Прототип чистильщиков был изготовлен на основе копии его сознания. Учитывая, что ты дружил с оригиналом, я подумал... Он считает, что после стазиса его сделали драгуном. Как ты здесь оказался, Феникс? Сам Алдарис дал мне указание прибыть на Гласиус и служить тамплиером. Это последняя запись в его памяти. Конклав приказал продолжать копировать личности наших героев. Ты знаешь об экспериментах на Гласиусе? Почему Алдарис отдал тебе такой приказ? Я воин, друг мой. И ты это прекрасно знаешь. Я действую, а не пытаюсь оспорить приказы судей. Поразительно. Адановая оболочка, ячейки сжатого триля. Похоже, он был первым в рамках возрождения древней программы. Довольно! Я не для того сражался по воле Конклава, чтобы теперь меня изучали как образец. Я тамплиер. И я воссоединился с лучшим другом. Это ли не славный день? Конечно, ты прав. Каракс, хватит его изучать. Феникс, добро пожаловать на борт копья Адуна. Мы сражались с тобой клинок к клинку в бесчетных битвах. И вот теперь ты ведешь за собой всех Протасов. Меня переполняет гордость от этой мысли. Меня избрали иерархом оставшиеся судьи и кланы Неразимов. И это великая честь для меня. Тассадар должно быть тоже тобою гордиться. Тассадара больше нет, Феникс. Он пал как герой за свой народ. Он спас нас от гибели. Что? Это невозможно. Аюр оказался во власти зергов? Да. Как долго я провел в стазисе, пока меня превращали в драгуна. Ты слышал о программе чистильщиков, Феникс? Конечно. Копирование сознания величайших тамплиеров. Опасные роботы, которых пришлось вывести из строя.
Их действительно отключили, но исследования в этой области продолжились. Мы искали способ воссоздать величайших из тамплиеров. Применить древнюю технологию на практике. Зачем ты мне это рассказываешь? Чтобы ты... Нас ожидает война, какой еще не знала история. Нам потребуется твоя помощь. И, может быть, даже чистильщики. Что ж, мои клинки готовы к битве, друг. Новейшие разработки в производстве чистильщиков соперничают со всеми нашими прошлыми творениями. Репликация данных позволяет достоверно воссоздавать сознание оригинала. Он действительно обладает личностью Феникса. Насколько достоверно? С точностью в 99%. Значит, возможна погрешность. Крайне незначительно. За свою жизнь мы принимаем множество решений. Кем бы ты был, даже при такой небольшой погрешности? Следи за Фениксом. Если он будет помогать нам, я хочу понять, кто он на самом деле. Наши традиции и законы не просто вздор. Они помогли нам выжить. Ты слишком порывист, Артанис. В твоем возрасте часто совершают опрометчивые поступки. Разведчики докладывают, что войска ОМОНа покоряют одну систему за другой. Мы должны планировать нападение с осторожностью. Держитесь, братья. Я вернусь за вами при первой возможности. Я сделаю все, чтобы выжить в этой войне. Я испытываю двоякие чувства при виде Феникса. Вместо радости я чувствую печаль. Говорят, его сразила королева клинков. То, что ты видишь, некое подобие Феникса. Но это всего лишь напоминание об ушедшем друге. Но его голос, мысли, само его присутствие, он так живо описывает то, что мы с ним пережили. Инстинктивно я чувствую, что передо мной мой друг, но разум отказывается в это верить. Мы неразимы. Часто задумываемся о том, сводится ли наша личность к совокупности наших воспоминаний. А может, в нас живет нечто большее? Со временем мы поймем, кто такой этот Феникс. Живет ли в нем нечто большее, или это всего лишь жалкая подделка? Иерарх, я наконец понял, как мыслят Зелнага. Для них энергия, эссенция и информация были едины. Взаимозаменяемы. Гибки. Значит, ты извлечешь из ключа информацию, о которой говорил Зератул? Да. Насколько я понял, она приведет нас на Ульнар. Ульнар? Это просто миф. О нем говорится лишь в легендах. Родной мир Зелнага. Я полагаю, ключ укажет нам его местоположение. Каким образом? Не может быть. Я, наверное, я ошибся. Алтарианский разлом. Это невозможно. Ничто живое не выдержит такого буйства энергии. Похоже, я подвел тебя, Иерарх. Я так не думаю, Каракс. Считается, что Зелнага пришли из места, где не может быть жизни. Это совпадает с пророчествами Зератула. Мы войдем в разлом. Подготовь все. Многие считали тебя безумцем, Зератул. Но ты вновь узрел правду там, где другие были слепы. Ключ ведет нас к алтарианскому разлому. Туда,
где находится Ульнар, родной мир Зелнага. Носить твою мантию — моя судьба, друг. Я клянусь, что пробужу Зелнага в память о тебе. Открыл нам местонахождение Зелнага. Возможно, Зератул действительно знал что-то полезное. Какие тайны мы здесь узнаем? Зератул в это верил. Буду верить и я. Трудно поверить, что под нами Ульнар. Древняя обитель Иханрии, расы Зелнага. Судьи полагали, что Зелнага покинули Айюр, чтобы направиться в подобное пристанище, а затем погрузиться во многовековой сон. Зератул верил, что артефакт приведет нас к новой надежде. Возможно, это надежда Зелнага. Если легенды правдивы, то Зелнага действительно лежат там в ожидании своих детей, которые пробудят их ото сна. Будем надеяться. Невероятно. Но Зератул знал, что ключ приведет нас в такое место. Вот в чем заключалось основное предназначение этого устройства. Зератул постиг нечто за гранью моего понимания. Этого места просто не должно существовать. Оно противоречит всем законам, разрушает все представления об астромеханике. Когда-то я считал, что протосы постигли все глубины знания. Я был глупцом. Только теперь я понял, как много всего в галактике лежит за пределами нашего понимания, друг Каракс. Феникс, я вижу, что ты подавлен. Прости меня, Иерарх. Я размышлял о том, как попал сюда. В моих воспоминаниях имеются пробелы. Битвы, описанные в архивах корабля, которые я должен помнить, но почему-то забыл. Что ты узнал? В записях говорится, что после моего поражения в Антиохе меня воскресили в виде драгуна. Однако это тело явно не тело драгуна. Ты еще не все знаешь, Феникс, но эта правда может опечалить тебя. Я хочу узнать правду, друг, какой бы она ни была. Надеюсь, ты найдешь ответы, которые ищешь. Удивительно, что создатели этого устройства, наши создатели, так близко. Одна эта мысль повергает в шок. Ключ реагирует на источник энергии в глубине Ульнара. Зелнага словно зовут его к себе. Иерарх, похоже, мы не можем получать сигнал, находясь внутри разлома. Мы отрезаны от связи. Сенсоры копья Адуна обнаружили проход внутрь храма. Наши корабли готовы выдвинуться по твоему приказу. Здесь покоятся Зелнага. Если мы хотим пробудить их, нам надо найти способ отворить проход. Великий Хранитель, известно ли тебе что-нибудь о храме, покоящемся под нами? Только мифы и легенды.
Здесь, на Ульнаре, представители избранных рас приходят к Вознесению. Чтобы путь открылся, достаточно одного их присутствия. Мне кажется, все дело в этих небесных затворах. Мы должны их захватить и надеяться, что они откроют нам путь. Иерарх, Талдаримы здесь. Они берут небесные затворы под свой контроль. Я слышу его приказ. Не дайте отворить храм. Пока они удерживают затворы, тайны храма останутся сокрыты от нас. Воины, сразитесь с противником и захватите затворы. Победа не дастся Амуну легко. Этот затвор теперь наш. Судя по энергетическим возмущениям, храм откроется, как только мы захватим остальные 4 затвора. Все 5 затворов под нашим контролем, Иерарх. Проход в храм открывается. Похоже, войска Амуна отступили. Я чувствую лишь абсолютную тишину внутри храма. Значит, мы преуспели. Скоро мы узнаем, что приготовила нам судьба. Силы Амуна прибыли раньше нас. Возможно, они уже захватили храм. Зератул верил, что другие Зелнага ждут нас здесь. И что они помогут нам одолеть Амуна. Положить конец войне. Освободить мой народ. Тогда почему Зелнага не ответили нам? Я отправлюсь в Ульнарский храм один, матриарх. Не хочу рисковать другими жизнями. Ты рискуешь собственной жизнью, полагаясь на слова предателя. Он убил твою мать, Варазун. Это правда. Но он никогда не был предателем. Я не ищу смерти ради исполнения пророчества Зератула. Я верю лишь в то, что ты вернешься. Какие тайны мы здесь узнаем? Неужели здесь мы встретимся с судьбой? Воины не смогут помочь мне в грядущей битве. Это моя ноша. Найти Зелнага. Смеем ли мы мечтать об этом? Родной мир Зелнага упоминается во множестве мифов и легенд. Конечно же, весьма далеких от истины. С тех пор, как мы тут, ключ ведет себя странно. Он словно реагирует на идущие снизу потоки энергии. Потоки энергии? Да, это место излучает энергию пустоты. Полагаю, здесь расположен своеобразный стык измерений. Как реагирует ключ? Он словно поглощает излучаемую энергию. Информация о месте происхождения ключа была сохранена иным способом. Похоже, его перенастроили на выполнение другой функции. Надеюсь, Зелнага сами раскроют нам свои тайны. Эти записи удивительны, Арданис. Поверить не могу, что все это случилось на самом деле. Ритор Адамис потребовал, чтобы я присутствовал при списании великого авианосца Антимон. Когда его захватила группа террористов и предателей, я понял, что не позволю им использовать его в своих целях. Адум Теридас, Иерарх. Я не знаю, что ждет меня внизу, Варазун, но я должен отправиться туда один. Принимай командование над копьем Адуна. Я буду ждать твоего возвращения, Арканис. Thank you.
клинков. Шла в поисках зел Нага. Похоже, нас свела судьба. Не будем ее искушать. Святилище называют это место храмом объединения. Зелнага должны быть где-то здесь. Пока что я встречала только гибридов. Я сражаюсь с ними уже несколько дней. Как видишь, я не продвинулась далеко. Пророчества говорят о двух вознесшихся расах, которые должны вместе отыскать залы откровения в глубинах храма. Лишь им двоим святилище откроют способ пробудить спящих Зелнага. Никогда не верила в пророчества. И все же, несмотря на наше прошлое, сейчас мы вместе идем к одной цели. Возможно, они заслуживают веры. Погоди, ты чувствуешь? В этом страже пробуждается великая сила. Чистота формы. Чистота эссенции. Докажите свою силу. Эти устройства излучают солнечную энергию. Нужно собрать их. Смелый план. Наши знания — ваше наследие. Судьба благоволит нам. Святилище еще действует. Оно накапливает энергию. Скоро заработает. Это твои дружки? Не совсем. Похоже, воины Амуна нашли способ проникнуть в храм. Нам придется убить их. Всех до единого. Артанис, ты начинаешь мне нравиться. Ты доблестно сражалась, Керриган. Теперь настала пора узнать, что древние хотят сказать нам. Теперь я понял. Зелнага были первой расой, рожденной в пустоте. Их священной целью было создавать жизнь и поддерживать бесконечный цикл. При зарождении новой вселенной они обретали физическую оболочку. Если оболочка разрушалась, они возвращались в пустоту. Все это время они ждали.
пока избранные существа соберут все части ключа и найдут дорогу сюда. Амун управляет моим народом через Кхалу, но он лишен физической оболочки. Если отрезать ему доступ к разуму тамплиеров, мы могли бы загнать его обратно в пустоту. Идем, Артанис. У нас впереди долгий путь. Идем. Скоро наши враги снова появятся в храме. Нам. Похоже, ты была права. Ну что, нападаем? Талдаримы заняты боем. Давай нападем на них, пока они сражаются со стражами. Глупцы, вы осмелились напасть на меня? Этот проход тоже обрушился. Стой! Гибриды! Ульнар станет вашей могилой. Наше наследие, ваше будущее. Талдаримы пытаются прорваться в зал откровения. Клинки к бою, тамплиер. Думаю, мы получили немного времени. Теперь дело за тобой, Артанис. Будущее принадлежит нам. Стены святилища покрыты какими-то узорами. Откуда ты знаешь, что они значат? Контакт со святилищем — это не просто разглядывание узоров. В каждый атом этого камня вложен особый смысл. Именно отсюда из Ульнара Зелнага начали распространять по вселенной семена жизни. Они создали нас, как и бесчисленное число рас, заселявших нашу и другие вселенные. Зелнага лишь наблюдают и ищут в своих отпрысках потенциал, но не вмешиваются. Бесконечный цикл неизменен. Появляются две расы. Одна наделена неукротимым духом. Вторая — чистоту формы. Существа с безграничным псионным потенциалом, способные вместить эссенцию Зелнага. Чистота эссенции и формы. Зерги и протосы. Но если Зелнага никогда не вмешиваются, значит, это Амун изменил мой народ. Все наши представления о Зелнага оказались неверными. Идем, Артанис. Скоро мы получим ответы на все вопросы. Должно быть, это последний зал. Погоди. Врата открыты. Стражи уничтожены. Святилище атакуют! Это мог сделать только Амур. Вперед! Нельзя упустить шанс на спасение! Темный бог предвидел твою смерть, Керриган. Мы лишь исполним предначертанное. Мы возродимся в крови и огне! Психи какие-то. Не свергните их в вечную бездну! Наше будущее — единение в пустоте. Судьба ждет нас! За Зиратула! За Аюр! Нас ждет лишь тьма. Все. Артанис, начинай шаманить со святилищем. Твоим богам стоит объясниться. Смелый план.
Силнага, заключенные в зале Вознесения, тысячелетиями дремали в нем, пока цивилизации гибли и вновь создавались. Они пробудятся ото сна по прибытии двух предначертанных рас. И тогда их старейшины пожертвуют жизнью, чтобы передать избранным свою эссенцию. И те, кто наделен чистотой формы и чистотой эссенции, переродятся, став Зелнага, хранителями бесконечного цикла. Ну что, ты готов встретиться со своим создателем? Готов. Пора войти в зал Вознесения. Там нас ждет ключ к спасению. Тут что-то не так. Зелнага. Пустоты из недр храма. Наведитесь на место. Тебе не враг, темный тамплиер. Выслушай меня, матриарх. Ловушка Амуна захлопнулась. Ваш лидер в опасности. Думаешь, мы глупцы? Сейчас важно лишь то, что Амун открыл врата в пустоту. Из них сочится тьма. Она погубит вашего лидера и любого, с кем вступит в контакт. Я проведу вас к Арданису, прежде чем его настигнет эта судьба. Мы можем отразить натиск темного. И я должна поверить, что, освободив тебя, не получу удар в спину? Мы тратим время. Опусти клинки. Я Аларан, высший посвященный Талдаримов. Амун предал мой народ. Если ваш иерарх выживет, он поможет свершить месть. Решай, матриарх.
Отведи нас к Артанису. Разумно. Если ты послушаешь меня, твой иерарх уцелеет. Мне не о чем говорить с такими, как ты. Надеюсь, этот Талдарим не лжет. У нас мало времени. Матриарх, ключ начал поглощать энергию пустоты с невероятной скоростью. Значит, Талдарим говорит правду? Храм переполняет энергия пустоты. С каждой секундой угроза подступает все ближе. Пусть я ему не доверяю, но все указывает на то, что он прав. Врата в пустоту действительно открылись. Можно ли установить, где точно находится Артанис? Нет. Мощные потоки энергии делают нас практически слепыми. Тогда, несмотря на все мои опасения, нам придется положиться на Талдарима. Ключ начал поглощать энергию с невероятной скоростью. Я буду следить за его состоянием. Нельзя, чтобы он причинил вред копью Адуна. Наш иерарх пропал, а в это время воин Талдаримов вторгается на наш корабль. Матриарх, мне это совсем не нравится. Никогда не поворачивайся спиной к Талдариму. Даже если он всего лишь слишком пристально на тебя смотрит, избавься от него. Так будет проще всем нам. Феникс, ядро испускает необычное количество вспышек. Ты не мог бы откалибровать векторное поле гравитационного колодца? Нет. Конечно, нет. Хорошо, я сам этим займусь. Брахана! Брахана! Вы искали Ульнар, и вы нашли его. Колыбель жизни. Здесь все начиналось. Здесь и закончится. Что вы хотите здесь найти? Спасение. Все, что вы здесь найдете, свидетельство провала плана Зелнага. Я несу дар избавления в забвении. Твой иерарх, похоже, и не подозревает о грозящей ему опасности. Если ты хочешь, чтобы он вернулся в целости и сохранности, отправляй войска по этим координатам. Эта дорога приведет твои войска к Артанису. Я сделал все, как обещал. Передай своему иерарху, что я буду его ждать. Матриарх, наши высшие тамплиеры вызвались помочь тебе. Утрату Кхалы вынести нелегко, но мы снова готовы сражаться. Тамплиеры, я благодарю вас за отвагу, проявленную в столь тяжелое время. Мы спасем нашего иерарха. Братья, вызовите псионный шторм. Пусть эти рабы гибридов ощутят на себе ярость тамплиеров. Протасы идут. Я слышал о фантомах тиранов. Хаотичные, необученные. Замкните их поток псиэнергии способностью противодействия. Они этого не выдержат. Тамплиеры, ко мне! Быстро! Сюда, мой Рой! Варазун, вы прибыли как раз вовремя. Амун открыл портал в пустоту, и его надо закрыть прежде, чем нас разорвет на части. Согласна. Мой Рой примет на себя основной удар сил Амуна и выиграет время, чтобы вы смогли закрыть портал. Врата черпают силу из этих кристаллов пустоты. Чтобы закрыть портал, нам нужно их разрушить. Так сделаем же это! Кристалл уничтожен.
Сенсоры показывают наличие еще трех, Иерарх. Воины, держитесь подальше от щупалец тени, иначе они поглотят вас. Мы захватили последний кристалл. Разрушьте его, и победа будет нашей. Остался еще один. И портал теряет стабильность. Мы должны разрушить последний кристалл. И побыстрее. Каракс, мы нашли один из сосудов Зелнага. Приготовься к транспортировке. Невероятно. Спустя тысячелетия эти устройства все еще полностью заряжены. Я сама займусь кристаллом, Артанис. Если хочешь, присоединяйся. Энтаротто Садар! Это поворотный пункт во всей нашей истории. Отныне мы будем плечом к плечу сражаться против Амуна и положим конец той тьме, которую он несет. Главная была битва, Керриган. Оставайся с нами. Вместе мы отправим Амуна обратно в пустоту. Мой рой разбит, Артанис. Мне нужно время, чтобы его восстановить. У нас нет времени. Амун порабощает мой народ. Поглощает его эссенцию. И я не могу ждать. Тогда поступай, как я. Собирай союзников, подчиняй противников, делай все для победы. На войне не до хороших манер. Мы с тобой очень разные. Тем не менее, я благодарю тебя. До встречи. Артанис, иерарх Сумеречного Совета, глава Тамплиер. Я ожидал больше. Наглец! Следи за своими словами, и либо жалеешь. Разве так стоит обращаться к тому, кто спас твоего хозяина? Не моя жизнь волнует тебя, Аларак. Что тебе действительно нужно от меня? Наш бог нарушил свой же давний завет и предал нас. Он лжет, Артанис! Я лжец? А разве ты, искусственный Протос, сам не воплощение лжи? Говори, зачем явился? Флот смерти Талдаримов на орбите Слейна ждет команды к началу вторжения. Я пришел с предложением. Ты поможешь мне захватить власть над моим народом и стать их владыкой. А взамен я положу конец войне между нашими народами. Феникс, нужно собрать совет. Похоже, нам есть что обсудить. Рахана, ты должна перерезать свои нейронные узы. Я не могу позволить, чтобы Амун снова завладел тобой. Халла помогла нам в самый нелегкий час. Ее свет озарил наш род и сплотил протосов. Мы рождаемся частью Халлы и сливаемся с ней в момент смерти. Ради этого стоит сражаться. И теперь Амун использует ее против нас. Она поддерживает его существование. Мы должны с этим покончить. Артанис, Халла объединяет все наши мысли и эмоции. Я ощущаю яростный поток его мыслей и эмоций. Амун не осознает этого, но внутри Халлы он уязвим. Поясни. Так же, как он может заглянуть в меня, я могу заглянуть в него. Мы можем использовать это в свою пользу, иерарх. Оно того не стоит. Дай мне немного времени. Все сложилось не так, как мы надеялись. Мы прибыли на Ульнар, чтобы пробудить Зелнага.
и заручиться их помощью. А вместо этого чуть не погибли от рук Амуна. Боюсь, смысл пророчества Зератула ускользает от меня. Он был ближе к правде, чем я думала. Зелнага действительно дремали здесь. Если бы они были в живых, думаю, они бы оказали нам помощь, как считал Зератул. Хотя бы в этом я ему поверила. Матриарх, меня удивляют твои слова. Возможно, на меня в чем-то повлияли твои аргументы. Что ж, тогда я буду и дальше пытаться переубедить тебя. В чем ты, Иерарх? Но не во всем. Иерарх, похоже, я нашел способ спасти наш народ. Как и предвидел Зератул, наше спасение кроется в этом ключе. Поясни. Он был создан для того, чтобы его нашли и собрали те, кому суждено вознестись и стать Зелнаг. Приведя их на Ульнар, он использовал бы запасенную энергию, чтобы пробудить спящих Зелнага. Ключ забирает и направляет что угодно. Эссенцию, материю, данные, сознание. Для этого устройства все едино. Теперь я это понимаю. Именно так он очистил Керриган. Да, он извлек эссенцию, сделавшую ее королевой клинков, и с помощью полученной энергии призвал Амуна из пустоты. Если я узнаю, как управлять ключом, мы используем его, чтобы избавить Кхалу от Амуна и спасти наш народ. Зератул действительно подарил нам эту надежду. Продолжай работать, Каракс. Амун заплатит за все. Мы волновались за тебя, Иерарх. Обнаружив энергию пустоты, ключ начинает резко ее поглощать, даже на значительном отдалении. Мы можем использовать это свойство. Нужно проверить поглощающую способность ключа. Но где нам найти энергию пустоты? Мне никогда не постичь всей информации, что скрыто в этом ключе. Ты во всем был прав, Иерарх. Я всего лишь клон твоего друга Феникса. Талдарим говорит правду. Я искусственное подобие. Подтолка. Что ты обнаружил в архиве? О том, как погиб. О том, как был возрожден в виде драгуна. И о том, как затем снова погиб от рук королевы клинков. Я не Феникс, но во мне живут его воспоминания. Я должен все обдумать. Ты воин, Феникс. Считаешь ты себя моим старым другом или нет? Знай, что я в тебя верю. Верю, что ты поможешь мне разгромить армию Амуна и спасти наш род. Ты должен быть стойким. Я постараюсь, Иерарх. Зератул, что все это значило? Талдарим на нашем корабле. Во время войны приходится заключать странные союзы. Знай, что Амун уничтожит тебя. Если ты так в него веришь, почему ты здесь? Я всего лишь озвучил неизбежное. Я знаю истинную мощь твоего врага. Я сказал, что он уничтожит тебя, не меня. Я узнал его достаточно, чтобы понять, что самонадеянность его погубит. Я вижу в тебе тот же недостаток. Ты мне определенно нравишься, Иерарх. Твоя храбрость достойна всяких похвал. Давай объединим наши силы. Вместе мы его одолеем. Я не могу связать свою судьбу с твоей. В тебе нет той ненависти, что пылает во мне. Ты не закипаешь от мысли, что все, во что ты верил, оказалось ложью,
что твое единственное утешение — уничтожить предателя. Ты так считаешь? Амун поработил моих собратьев и теперь превращает их в отвратительного гибрида. Моя ярость кипит ярче тысячи солнц. И когда она вырвется наружу, это ощутят все. Надеюсь присутствовать при этом событии. Портал в пустоту запечатан. Но нас ждет куда большая угроза. Амун превращает наш народ в свое новое тело. Пока мы сражались на Ульнаре, он воспользовался всей мощью Золотой Армады. Он использует наше оружие для истребления всего живого в секторе Капрул. Сейчас наших сил не хватит, чтобы вступить в бой с Великим Флотом. Но иные слуги Амуна свирепствуют по всему сектору. Ударим немедленно. Устраним его второстепенные силы. Чистильщики созданы для войны. Если реактивируем их, у нас появится и армия, и возможность развить зерков Амуна. Если они сразу не нападут на нас, им неведомо, что такое честь. Не тратьте время на ссоры! Ваша цель — флот Талдаримов. Лишь я могу оспорить право Малажа направления и подчинить себе его войска. Не забывайте про корпус Мёбиуса. Говорят, их штаб находится на секретной базе, где создаются армии гибрид. Верно. Но мы не можем сражаться с ними, не зная, где их найти. Варазун, отправь темных тамплиеров обыскать сектор. А ты, Каракс, сосредоточь внимание на ключе. От того, что мы предпримем, зависит судьба нашего народа. Нам выпало остановить всеобщее уничтожение. Мы с Фениксом считаем, что стоит пробудить древних чистильщиков и воззвать к ним о помощи. Их использование издревле находится под запретом. Но я увидел в Фениксе потенциал. На этот раз они нас не подведут, я уверен. Я принял решение, с которым многие не согласятся. Общаясь с Фениксом, я понял, что программу чистильщиков можно возродить. При должном подходе. Артанис, они неуправляемы. История это показала. Ими не надо управлять. Как и я, они обладают свободной волей. У нас слишком мало матриц, чтобы создать других, подобных Фениксу. Неужели ты и правда хочешь это сделать? Первые чистильщики запечатаны внутри корабля Кибрас, на орбите планеты Эндион. Феникс показал нам, что такие воины могут быть полезны. Конклав ошибся, обращаясь с ними как с роботами, а не как с тамплиерами, в стремлении контролировать их. И они восстали против своих создателей. А ты не восстала бы против рабовладельца? Я услышал вас и принял решение отправиться на Эндион. Выступаем. Стазисная сеть чистильщиков еще работает. Ее можно отключить только с поверхности планеты. Я засек обширное заражение зергами. Но это не Керриган. Стая Амуна. У нас проблемы. Зерги могут серьезно помешать. Деактивировать стазисную сеть и без них было бы непросто. А теперь нам придется это сделать, параллельно отбиваясь от атак стаи Амуна. Мы будем удерживать зергов, чтобы ты смог закончить работу, Каракс. Ученые запечатали Кибр с помощью устройства под названием Мегалит.
Оно является ключом к деактивации стазисного узла. Когда сеть будет отключена, нам нужно будет сразу же активировать Киброс или покинуть орбиту. Местная стая зергов слишком сильна. Я обеспечу прикрытие. Это должно сработать, Иерарх. Я знаю, что смогу провести чистильщиков сквозь тьму, что ждет их. Помогу им принять самих себя. Смогу убедить их, что к ним никогда больше не отнесутся как к слугам. Значит, ты нашел свое предназначение, брат. С тех пор, как я пробудился, я испытывал смятение. Чувствовал себя потерянным. Не знал, кто я и как я стал таким. Теперь мне снова все ясно. У меня появилась новая цель, достичь которой могу лишь я. И это наполняет меня радостью. Такая задача была бы не под силу даже прежнему Фениксу. Тем не менее, он бы обязательно за нее взялся. Я многое узнал из его воспоминаний. Через них я познал самого себя. Я Феникс и одновременно не Феникс. Как бы то ни было, я горжусь тем, кто я есть. Материал самостоятельно поглощает и перераспределяет энергию пустоты. Теперь нам нужен только непосредственный источник самой энергии. В тиранском исследовании говорится, что ключ убьет любого оказавшегося рядом Протоса. Очень смелое умозаключение. Иерарх, мои разведчики отслеживают передвижение Золотой Армады. Мы получили донесение из нашей колонии, что силы ОМОНа уничтожают близлежащие планеты. Базу едва успели эвакуировать. Если чистильщики хоть в чем-то походят на Феникса, то у них есть потенциал. Ты задумал пробудить чудовищ, Артанис. Когда-то они уничтожили каждого тамплиера на нашей базе на Лантинуме. Они восстали против своих повелителей. Ведь с ними никогда не обращались, как с тамплиерами. Потому что они роботы, созданные, чтобы служить Конклаву. Ты также относишься к Фениксу? По-твоему, это робот, который может только выполнять приказы? Конечно, он превосходит мои ожидания. Он нечто большее. Возможно, первоначальные чистильщики тебя тоже удивят. По крайней мере, они могут помочь нам в войне. Если решат стать нашими союзниками. Я верю в Феникса и готов рискнуть. Чтобы активировать Киброс, нам придется вывести из строя генераторы щитов на Эндионе. Пора начинать, Иерарх. Киброс. Тюрьма чистильщиков. К счастью, армии ОМОНа пока не удалось преодолеть его стазисную сеть. Я получил доступ к записям Эндиона. Стазисная сеть запечатана сложными запирающими механизмами. Их может отключить лишь одно устройство, так называемый мегалит. Я сейчас же приступлю к его активации, чтобы поскорее отключить стазисную сеть. Нельзя оставлять его без защиты. Эти леса просто кишат зергами. Значит, мы их зачистим. Иерарх, когда-то здесь создавалось самое совершенное оружие в Империи. Я слышал об огромных дальнострельных колоссах, которые с легкостью преодолевали горы. Посмотрим, как они справятся с этими зергами. Отлично.
Область зачищена. Координаты для вызова нашего Нексуса установлены. Каракс, активируй мегалит. Идет авторизация. Мегалит скоро будет готов к работе, Иерарх. Мы будем отслеживать его состояние и дадим тебе знать, когда он активируется. Мегалит почти готов. Но нам нужно собрать немалое войско для его защиты. Мегалит активирован. Мы должны защищать его, пока он движется к стазисным узлам. Мегалит достиг первого стазисного узла. Пока мегалит будет скрыт под поверхностью планеты, он в безопасности. Интересно. Похоже, для экспериментов в этом комплексе использовалась энергия силовых ядер невероятных размеров. Должно быть, они спрятаны среди холмов. Если наши воины их уничтожат, мы сможем извлечь из них соларитовые детали. Третий стазисный узел отключен. Мегалит уже в пути. Судя по показаниям приборов, Киброс начинает пробуждаться от стазиса. Осталось всего два стазисных узла. Последний стазисный узел отключен. Стазисная сеть тоже. У нас вышло. Киброс выведен из стазиса. Отзови все войска с поверхности Индиона. Мы отправляемся на Киброс. Полагаю, ты хочешь подчинить этих механических воинов своей воле. Они будут свободны, как и Феникс. Прошлая попытка сделать из них рабов привела к восстанию. О, ты испытываешь мое терпение своим наивным идеализмом. Идеализмом? Они копии наших величайших воителей. Мы собираемся освободить твой народ от Малаша, а ты хочешь поработить мой? В свободе кроется слабость. Я свергну Малаша и спасу соплеменников от гибели, но свободными им не быть. Все Толдаримы будут служить мне. Свобода — это миф, который сильные придумали для слабых. Ты говоришь как Амун. Если хочешь жить, тебе лучше пересмотреть свою точку зрения. Сделай этого робота Феникса новым вершителем среди чистильщиков. Пусть они исполнят свое предназначение, став идеальным оружием. Почему именно Индион выбрали той планеты, вокруг которой должен был вращаться Киброс? Тысячи лет на нем проводились научные исследования. Лучшие умы протосов находили здесь уединение от политических дел, чтобы развивать технологии, которые могли бы принести пользу империи. Именно здесь родилась идея о Псиматрице. Когда чистильщиков решили отключить, они стали символом величия и опасности технологической мысли. И тогда их решили доставить в эту исследовательскую колонию? Она как нельзя лучше подходила для этой цели. Именно здесь находились наши величайшие ученые, которые постоянно совершенствовали стазисное поле Киброса. Сколько всего их было на планете? 800 тысяч кхалаев и армия тамплиеров. Надеюсь, их смерть была быстрой. Чистильщики опасны. Наверное, ты должен понять это сам. Они же не могут быть все такими же, как Феникс. Киброс не сможет долго противостоять зергам. Нужно действовать быстро и попробовать спасти чистильщиков. Ответь мне честно, Феникс. Ты веришь в то, что чистильщики согласятся нам помочь? Не знаю. Наверное, их переполняет гнев. Обида за то, как поступили с ними наши предки. Делаамы — это не конклав. И сегодня мы едины, как никогда прежде.
Поэтому чистильщики должны получить право самим выбирать свою судьбу. В отсутствие свободы народом можно управлять, но при этом он никогда не будет единым. Ты прав. Но сегодня перворожденным не нужен еще один враг. Я верю, что твои действия позволят нам избежать его появления. От твоих действий зависит будущее всех тамплиеров и чистильщиков. Но сейчас настало время действовать, Иерарх. Нас ждет нелегкий путь, но его не избежать. Спасибо тебе, друг. Твой план сработал, Каракс. Стазисная сеть деактивирована. За дело. Если мы активируем Кибрас, он запустит свои защитные протоколы. Очистильщики. Они дремали тысячи лет и все еще озлоблены на нас. Если они нападут, нам придется сражаться еще и с ними. Мы уже подвели их однажды, не ведая, что мы создали. Пусть это лишь копии, но в них живут настоящие тамплиеры. После длительного общения с Фениксом, я готов тебе поверить. Теперь, когда стазисная сеть отключена, зерги начали заражать поверхность Кибраса. Мы должны действовать быстро, если хотим спасти чистильщиков. Тамплиеры готовы, Иерарх, и ждут лишь твоих приказаний. Архивы не обманули. Зерги действительно сильный противник. Их зараза уже распространилась по поверхности Кибраса. И гибриды Амуна начали укреплять улей. Чтобы выиграть эту битву, нам понадобится помощь чистильщиков. Действительно. Судя по планам станции, система энергоснабжения Кибраса состоит из 4 секторов. Каждый из них запечатан 3 нулевыми схемами. Если уничтожить все схемы в секторе, его питание восстановится, и содержащиеся в нем чистильщики пробудятся. Мы должны охранять матрицу ядра. Если зерги ее уничтожат, падет и Кибрас. Вот она, нулевая схема. Уничтожим ее, и ток энергии восстановится. Мы должны уничтожить нулевые схемы. Чистильщики свяжут зергов боем и замедлят их продвижение к ядру. Я засек самостоятельное пробуждение чистильщика. Погоди, что-то не так. Его матрица поведения неисправна. Его соларитовая матрица памяти стала нестабильной, и это необратимо. Его нужно отключить. По крайней мере, мы сможем использовать его соларит. Перворожденные, я помню. Предательство, смерть недопустимо. На крыльях правосудия! Получены новые цели. Уничтожить тамплиеров. Ша'Зул, ду темплари! Наш пилон атакован. Во имя чести! Жаль. Даракс, делай, что должен. Хорошо, Феникс. Я прослежу, чтобы соларит извлекли должным образом. Мы — крадущиеся тени. Ток энергии увеличивается. План в действии. Чистильщики просыпаются. Я вершитель Гловарион. Обращаюсь к лидеру перворожденных. Вершитель Кланарион, твои деяния по сей день ставят в пример всем тамплиерам. Оставь свою лесть,
Что ты хочешь от чистильщиков? Братья, вас создали, чтобы защитить Империю, но к вам отнеслись без почтения подобающего тамплиерам. Я прошу вас вспомнить свой священный долг тамплиеров, простить наших предков, сражаться вместе с нами на равных. Докажи, что говоришь правду. Помоги нам ликвидировать заразу пришельцев. После этого мы продолжим разговор. Дозорные! Выдвигайтесь к укреплениям пришельцев! Ликвидируйте захватчиков! Настал наш час, братья! Уничтожайте чужеродные формы жизни, не зная пощады! Базы зергов уничтожены. Теперь мы можем спокойно заняться нулевыми схемами. Питание полностью восстановлено. Гиброс пробуждается. Иерарх, энергоснабжение Гиброса достигло максимума. Чистильщики ликвидируют оставшихся зергов. Продолжаем бой, братья. Убейте их всех до единого. Иерарх, меня отключили от систем Гиброса. Ядро активируется. Оно готовится открыть огонь! Ларио, что ты... Начинаю ликвидацию. Вся жизнь на Индионе уничтожена. Все кончено.